с ошибочками кое-где, но произведением над этим поработать пришлось чуть подольше. Брался я год назад к Новому году, прошлогоднему сделать, но что-то не пошло, забросил. Ну а к этому Новому году, думаю, займусь, переделаю. Ну вот, грубо говоря, 2 часа ушло на переделку, а то, может, даже побольше по времени. Поэтому вот такой вот разбор к Новому году. С наступающим вас! Всего самого наилучшего пожелания, успехов, здоровья и удачи. Чтоб сопутствовало везде удачи вас. Давайте разберем правую и левую сторону. Клявая двухголосая, можно сыграть на другой октаве, потому что сильно будет писк такой, что даже нет. Ну, я, честно говоря, не любитель вот играть здесь, но так как мы с вами и тренируемся, и здесь мы уже, так сказать, кто давно играет, автоматически на этих кнопочках последовательность выполняет, а тут маленько посложнее. Поэтому вот этот разбор мы сделали. Ну, а писклявая гармошка, и охота тоже эту песню сыграть к Новому году. Значит, можно в другой октаве сыграть. Это у меня 4 голоса, 3 голоса. Здесь 2 голоса. Сейчас сразу так тяжело вспомнить. Ну, то есть, основа понятна. Вы те цифры, которые есть,
сопоставите решеточку, и кто захочет сыграть здесь, или даже проще, есть разбор у Светланы, то есть у нее такой разбор есть давно там сделан, там единственное, маленькая кнопочка отличается, то есть можно чуть-чуть подкорректировать, но это на свой вкус, так сказать, и рассмотри. Вообще там вариант у нее играется хорошо, эта мелодия, вот. Но это только в этой октаве. Пробуйте этот вариант. Чисто для упражнений, для зарядки, чтобы поделать пальцы, потренировать здесь. Это как бы для упражнения для пальцев и для мозга. То есть это тоже полезно как бы делать, чтобы научиться играть в скоростной игре. И вот вариант, когда мы играем здесь внизу, русская гармония играет, там много таких наигрышек русских, прям все в основном играется вот на этих кнопочках. Поэтому вот этот разбор именно на этой октаве, он будет полезен, я думаю, что. Но кто-то может действительно возьмет его и разберет. Успеет до Нового года разобрать, еще и в компании эту песню попеть. Прекрасная песня. В свое время была хитом, да и сейчас приятно послушать ее, переслушать. Поется, ходится, приятно. Успехов вам еще раз.